Несчастливой оказалась площадка жлобинского ЦОРа и для мужской команды гандбольного клуба «Гомель». В первом матче третьего раунда Кубка вызова дружина Сергея Цыганкова встречалась с исландским «Вестманаэром». «Гомель» начал эту игру с места в карьеры. На старте повел 3-0. Исландцы вскоре освоились, и к середине тайма уже они были впереди – 6-8. Гомельчане далеко соперника не отпускали. До 25-й минуты, когда исландцы совершили рывок 4-0. И на перерыв ушли, ведя в счете 13-17. В перерыве Сергей Цыганков нашел нужные слова, и к 10-й минуте второго тайма на табло горели цифры 19-19. Правда, у исландского главкома также нашлись аргументы, и «Вестманаэр» буквально за 2 минуты создал гандикап в 3 мяча. Несколько сейвов голкипера Артема Подосинова позволили подобраться к сопернику в счете практически вплотную и подарили надежду Гомелю на удачный исход. Однако в концовке исландская команда вновь смотрелась лучше и довела игру до победы 27-31. Игрового опыта у этого соперника намного побольше, чем у нас. Концовкой сказалось, где-то поспешили, где-то не добежали. Не выполнили установку, не забили. Минус 4 – это не критично. Я сразу можно играть. Есть у них слабые стороны, сегодняшняя игра показала, поэтому будем готовиться. Ответный матч состоится 25 ноября в Исландии.